смотрите сегодня в 20:30 в службе новостей «Город». 4500 детей уже заболели гриппом, карантин набирает обороты. В Калининградской области закрыты 54 класса, 24 школы. Как предотвратить развитие инфекционных и простудных заболеваний? За хранение 40 граммов марихуаны 3 года тюрьмы. В Полесском районе задержан 23-летний местный житель. Вся партия наркотического вещества предназначалась для личного употребления. Легендарные песняры в Калининграде. Обновленный репертуар и планы на юбилейные концерты. Чем еще удивят белорусские музыканты? Об этом и не только корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20:30 в службе новостей «Город».